Катя Wellness Channel. И сегодня у нас урок по танцам. С вами я, тренер Аня. И будем танцевать сегодня «Восток». Даже разучим его несколько связок. Итак, первая связка будет называться «Скольжение с ударами на три точки». Ну, удары или акценты, кто как хочет, у кого как будет получаться. Итак, как мы технически эту связку выполним? Почему эта связка, я бы сказала, даже не связка, а комбинация? Мы здесь объединим два движения под определенный ритм. Раз, два, три. И на три точки. Раз, два, три. Итак, первая часть движения – это скольжение. Мы смещаем, становимся ножки чуть шире бедер, более-менее мягкие, но не слишком сгибаем, как обычно в Востоке. Кто уже занимался, тому будет легче. И выполняем скольжение и тянем бедро как можно дальше в стороны. Ручки можно поднять вверх. Ладошки смотрят вниз, можно средний пальчик чуть опустить, можно двигать кисти и скользить вправо и влево. Перед этим можете сделать разминку, просто скольжением вправо-влево. Ну а сейчас у нас такой довольно сильный акцент в сторону. И делаем это три раза. Раз, два, три. Затем ручки можем завести вверх и чуть-чуть разворачиваемся в диагональ и делаем такой... Отводим таз назад, чуть подприседаем под движение и делаем акцент. Раз, раз, я сбоку покажу. Раз, но акцентировано диагональ. В сторону и диагональ. Раз, раз, раз. Затем в центре, прямо фронтально, тоже ножки чуть мягкие и резко назад таз. Чуть вверх, чуть прогиб спины, резко, два, такой вот, раз, упали. Поворачиваемся чуть в сторону корпуса, и еще один акцент, три, третья точка. Итак, объединим, раз, два, три, затем акцент, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, справа. Влево, вправо, здесь же раз, два, три, влево, вправо, влево, акцент, раз, два, три. Замечательно, это первое на сегодня, и ставим, смотрим дальше. А сейчас такая комбинация с продвижением вперед. Итак, мы будем одну руку держать за голову, другая на весу и мягко их менять. Да, это руки. И координировать с воскресным шагом. Раз, в сторону нога, два, три, смотрим в сторону кисти. И здесь опустили одну руку параллельно. Делаем акцент плечом. Левое вперед, правое назад. И правое вперед, левое назад. Но это надо сделать на счет раз, два. Вот так вот, как акцент. Раз, два. Можно помочь себе кисти. Левая нога у нас в сторону, и с этой же ноги начинаем движение назад. Раз, в сторону, два, в сторону. И акцент плечи. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Попробуем все объединить, и под музыку это будет выглядеть уже как фрагментик танца. Итак, раз, два, три, там-там. Раз, два, три. Там-там. Раз, два, три, пам-пам. Раз, два, три, там-там. Включайте музыку и повторяйте, двигайтесь. Идем дальше. А сейчас прямая и обратная волны всем телом, всем корпусом. Перед этим упражнением желательно поделать какие-то упражнения, например, круги рук. Круги бедра в разных направлениях. Мы сейчас будем делать переход от прямой волны к обратной. Значит, кто хочет подробное описание техники, у меня есть предыдущие видео, где я это в самом начале, где у меня есть техника выполнения волн. Но я могу также перевыпустить это, если будет потребность, и вы напишите мне об этом в комментариях.
Но сейчас главное в этом упражнении хорошая амплитуда и вот эта скоординированность, потому что идет этот переход с одной стороны в другую. То есть чуть-чуть надо напрягать мозг, но это хорошо. Но потом это все может выполняться на автомате. Итак, одна ручка вверх, другая вниз, и будем помогать себе руками, просто делать голову руками. А корпус двигается наверх, бедра вперед, и как можно больше амплитуда, более плавная. И самый основной эффект вот этой пластики — это мягкие колени. То есть мы подгибаем колени под движение. Давайте потренируем прямую волну. Раз, два, три. Вот она лучше видна, чем фронтально. И особенно вот вырастать и тянуть грудь наверх. Ноги не дотягивают именно корпус. И произвольно кисти. А обратная волна, она чуть-чуть узловатая. Всех заставляет немножко сложнее выполнять. Тоже мягкие колени. Мы выталкиваем таз, подкручиваем копчик, выталкиваем таз, живот. Как бы делаем круг бедрами вниз. Раз. За ними идет корпус. Скругляем спину, торс. Скругляем. И опять выныриваем и возвращаемся в центр. Давайте еще раз. Открутили копчик, вытолкнули, скруглились и выросли в центр. Вытолкнули, скруглились и опять выросли в центр, в нейтральное положение. Вытолкнули, круглая спина и вверх. Раз, два, три, оп. Раз, два, три, наверх. Раз, два, три, наверх. Объединим с переходом. Прямая. Обратно. Прямая. Обратно. Прямая кузня. Свое дело обратно. Видите, вот опять же надо все время включать мозг и думать. Раз. И обратно. Два. Раз. И два. Давайте на другую ногу, чтобы потренировать обе стороны. Раз. Прямая. Два. Обратно. Корпус, торс. Прям очень гибкий позвоночник. Такие упражнения вам очень нужны. Прямая. Обратно. Прямая. Обратно. Включаем мозочку. Плавно танцуем. А сейчас маятник с ударами. Итак, ножки на ширине бедер, даже чуть шире можно. Мягкие колени обязательно подприсели под движение, ладошки в стороны. И можем покачиваться, двигать кисти, поглаживая себя вот, шею, плеча, справа-влево. Это у нас маятник. Ну, чтобы было интереснее, добавим здесь волну. Итак, раз. Два, три, на четыре, вернулись в центр и сделали удар в сторону. И продолжаем. Раз, два, три, вернулись, пам, четыре. Раз, два, три, центр, пам. Раз, два, три, центр, пам. Удар. Раз, два, три, пам. Раз, два, три, пам. Раз. Два, три, пам, раз, два, три, пам, раз, два, три, там, раз, два, три, пам. В чем сложность здесь скоординироваться? Мы сначала делаем мягко и плавно, а затем резко, чуть-чуть вот такой смешанный ритм, но это тоже полезно. Видите, можно сбиваться. Раз, два, три, пам,
раз, два, три, пам. Раз, два, три, пам-пам, можно двойной удар на один счет. Ну и тут уже как у вас идет фантазия. Пам-пам-пам. Спасибо, повторяйте под музыку. И еще одна комбинация, это восьмерка бедра, бедрами с полукругом сзади. Итак, восьмерочка. Кисти у нас будут двигаться вдоль бедер, тоже добавляем объем. Мягкие колени. Помним, да, делаем скруточку. Одна восьмерка, одно бедро, косточка бедра идет на диагональ, затем полукруг описываем бедро, в то время как правое бедро меняется, идет вперед, левое идет назад. И также описываем обязательно для обратных, для объемных восьмерок, делаем вот этот круг широко, немножечко отклоняем корпус назад. Раз, два, три, четыре. Двигаем ручки вдоль бедер. Раз. Два. Движение рук добавляет вот этого объема. Три, четыре. Мы остались здесь. И здесь ручки вывели назад. Можно их скрестить и сделать такой полукруг сзади. Полукруг. Раз, два. И вернуться. Давайте еще раз попробуем. Восьмерка. Раз. Раз, два, три, четыре. Полукруг. Полукруг. Раз, два, три, четыре, полукруг, полукруг. Раз, два, три, четыре, полукруг, полукруг. Раз, два, три, четыре, остались здесь, полукруг, полукруг. Все просто и элементарно, зато хорошее настроение, красивая, гибкая пластика и... Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал и смотрим все мои.